обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Ребята, всем привет! Мы сегодня приехали в гости с Вуккута на Теллингам к нашим друзьям Тай. Они разрешили нам остаться в их кемпинге на ночь, то есть мы приехали сюда провести целый вечер и еще завтра, немножко днем мы здесь побываем. Наконец-то сходим в парикмахерскую и подвесим стать. Вкусно тебе. Поросенок, блин, спасай. Прямой. Локоть. Прямой. Прямой. Локоть. Локоть. Прямой. Локоть. Колено. 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 Кик. Сидят такие и любуются. Вот такая у нас комната с кондиционером. Растаяла? Понятно, сейчас спасем. И вот здесь еще живут люди. Ну, то есть вот в каких-то таких условиях. Здесь никто не против, что я так запалила. И знаете, мы поражаемся тому, что в таких адских условиях ребята выглядят очень прилично. То есть в белой идеальной одежде. Здесь у них холодильник, водичка, аквариум нечищенный, непонятно с кем. Ну, тут никто не живет, походу. Мам, у нас такой есть колесик новый. Да? Нам тоже есть. Когда покупают, будет уже поздно. Угу. Я вот буду делать. Наконец-то я покажу эти стулья. Давай. В следующем месяце. Вы в следующем месяце в России? Конечно, на Теллингаме совсем другой воздух. Не такой, как на Вуккуте. У меня такое ощущение, что мы... Ну, уехали за город куда-то или там в доме, в деревне, что-то подобное. Смотрите, как живут тайцы вот напротив. Мне вполне себе ничего так. Правда, интересно, что внутри. Блин, он, кстати, все время говорит так про Эрика. Эрик, Эрик. А к Олегу, вы увидите, они обращаются как супер. Купили вот таких вот морских конечков. Что-то мне уже кажется, что это желе, либо какая-то конфета очередная, или водичка. Сюда, вон туда. Это стол здесь, туда допустим. Туда. Да. Жидкая конфета. Ну, то есть похоже на желе. Я вот нажимаю на этого. Хватит, да? Не понравилось? Понравилось. Или нет? Вкусно или невкусно, Эрик? Блин, надо было все-таки треногу взять. Мы приехали сюда сегодня прям отдохнуть с ребятами, пообщаться. Мы причем ехали сюда, наверное, недели 2-3. Говорили ребятам, что лучше пусть они к нам приезжают, но мы поняли, что лучше мы к ним, чем они к нам. Да, с ночевочкой. Да, с ночевочкой. Их очень много. И всех вытащить сюда, привезти, ну, то есть туда. Долго сложно. Не так какого-то. Мы приехали к толстячку, мы его называем так, пузатик. Он очень крутой, ему 26 лет, но, блин, мне так кажется, что он... Преподаватель по муэтай. Ну да, он преподаватель по муэтай, он далеко не дурак, он крутой, прям тайцы, да, нам он нравится. Да, офигенно. А, да. Ну вот и поговорили. Там идеально кофе про сжигание резины. Круто. Будем сегодня есть шашлык с резиной. Я вам перегорит. Мы купили курицу, мы купили свинью. Чувак какой-то приехал
Но он точно не русский. Походу, он поселился в каком-то номере и здесь живет и тренируется. А тем временем огонечек-то разгорается. Сегодня я поснимаю, как мы разговариваем с тайцами. Блин, сейчас момент крутой, не успела. Тут они живут. Вот так он посуду моет. Здесь все очень серьезно. Те, кто помладше, бойцы, они в основном готовят, жарят мясо и моют посуду. А старшие уже сидят на столе и отдыхают, за столом и отдыхают. Точнее, на столе. Это обычно так происходит. Ну, посмотрите там предыдущее видео. О, hello! Ну, стулья меня убивают прям. Посмотрите, какие они, а? Я сюда два раза приезжала, снимала, но было темно, а сейчас светло. А здесь она обычно готовит. Фокус-фокус. Фокус-фокус. Фото. Чикен. And pork. Замариновали мясо тайскими приправами. Знаете, как пахнет? В Таиланде используют вот такие газовые баллоны. И когда они заканчиваются, их нужно менять, ну, где-то такой, наверное, раз в месяцев 4-3. А в основном я вижу такие, которые поменьше баллоны. Их там раз в 2 месяца нужно менять. Смотрите, какая она прикольная. Лет 12, наверное. Ну, 14 потолок. Олегу мало мяса. Он хочет еще креветки. Open fat. One second. Кстати, именно вот этим ребятам подарили скупики свой мотобайк. А, спроси, кто это делает. А, where is motorbike? Red motorbike. No, you present. Red present. Bike. Bike. Motorbike. Motorbike. And give me a motorbike. Yes, yes. My father gets too thick. То куда? Thick in trunk. А, они отвезли к себе домой в Транг. Parents and baby. У них есть маленький ребенок, который сейчас находится у grandfather and Транг. In Транг. Yeah, in Транг. Yes. И туда они отвезли к малышу. О, смотрите, что она делает с палочкой. Смотрите, какой длинный. Зачем? А Олег поехал за креветками. Скупики, смотрите, сейчас вам ваш мотобайк покажут в Транге. Давай, говорит, показывай. Вот, скупики, вот он родной ваш. Все на месте, в целости и сохранности. Все хорошо, живет и будет жить долго. У тайцев точно. Thank you. Thank you. Показывай, что купил. Помочь. 240? 240? Офигенно, они большие какие. What do you want to eat? Ага. What you, how to... Как ты хочешь кушать? Маньян! Итак, еда от тайского шеф-повара практически готова. Угу. Ой, красота. Ой, красота. Крутой ринг. Нравится? Аттракционы. Да, знаете, у нас был один момент, ребят, когда мы жили на Талинграме, у нас даже однажды не было совсем денег, нас пригласили друзья вот эти вот к себе в гости, напоили нас, накормили, мы офигенно провели вечер, а нам так грустно было в тот день, вот в тот вечер. Неудобно было. Да. И... Сейчас удобно. Нет, но мы тогда приехали, мы тогда были счастливы, мы тогда были очень благодарны за то, что вот они прям подняли нам настроение и как-то с новыми силами отпустили в мир. А сейчас мы просто... Олег говорит, я всегда возвращаю долги. Ланнистер, да? И вот мы наконец-то приехали нормально посидеть, отдохнуть и пообщаться. И если еще получится поиграть,
Мы вот ищем белую стену, кроме комнаты пока ничего не придумали, да, кстати. Да. Будем играть. Привезли Xbox, привезли проектор, и сегодня футбол финал, и, наверное, скорее всего, посмотрим футбол. Да? Да. И поиграем потом в футбол, кажется. Все, это слишком тяжелое. No. Woman. Woman, tell me. Они никогда не видели пюре, представляете? Там у Эрика сосиски с пюре. В общем, они говорят, что не едят вообще, то есть не готовят пюре дома. Но они знают, что это такое, но не готовят дома. А еще мы привыкли есть шашлык, да? То есть нарезаем кусочки и жарим на шампуре. А они жарят обычно стейки, потом кладут на доску и разрезают на вот такие маленькие части, вот так. А потом добавляют, ну просто каждый подходит, берет, вот так вот макает вот в этот тайский соус и кушает. Парень этот оказался из Италии, кстати. Name Олег, Мариана, Кристиан. Nice to meet you. You together from Greece? Wife and husband. Все, Олег сейчас подключит проектор. А вот там Xbox. Олегу очень понравилось тайское приготовление креветок. То есть они какие-то... Ну, это уже не медиум, это уже, конечно, получше они пожарили их, но все равно. Я прям чувствую, как это, запах, вкус моря, и они... И они очень прилипают, кожура к самой креветке, очень сложно чистить. Так это потому, что они на огне. Ну и как-то вот сыровато мне все-таки кажется, Олегу очень нравится. Это нормально? Да, я Олега попросила купить соус другой немножко. Я вообще на YouTube? Yeah. Олег решил позаморачиваться и покурить сегодня байчу. Подписчиков нарабатываю. Зато они самые преданные. Вот те, кто с кем мы знакомились, с которыми мы общались, они даже комментируют. Недавно тайцы смотрели наш... Не тайцы, а филиппинцы посмотрели наш канал, откомментировали видео на 1.5 часа, как мы открывали подарки на Новый год. Представляете? 1.5 часа посмотрели. Мистер И, тренер. Показывай, как это делать правильно. Да я никак, она все сломалась. Я вот смотрю, смотрите, как эта духовка работает. На свинину они готовят прям вообще обалденно. Вроде такой прям огромный огонь, а потом раз и все, и все прячется. Вот так вот попадает. Вот так вот, потом вот поменяет, потом сразу попадает. Очень круто, ну уже попадает. Самая серьезность. Да, готовить он умеет, определенно. Надо вот так сделать, да? Чтобы ровный горизонт был. Эрик жует. Я все надеюсь поймать, как он ходит туда-обратно. А то мы смотрим, а на видео нет. Вот такой, давай. Спортсмен бритинский. Водичку хоть. Мы сегодня снимали на видео, как ее мама или там чья-то мама показывали этот байк. Мы уже, да, передали привет с Купиком. Окей. Так, а теперь объясни, пожалуйста, что происходит. Поедем на 2 дня в Транк. Транк, это к ребятам домой. Да. Вот к ней и к нему. Он говорит, давай я поеду, потому что тут как бы, ну, блин... 240 километров. 240 километров, говорит, ну нафиг, говорит, это не так. Говорит, нам потом дай байк и будешь на нем ездить, он один там домой, там и он уже в идеальном состоянии. Вообще красота. Он уже в идеальном состоянии? Ну, я думаю, да. Как называются эти удары? Прямой. Мурака. Колено. Колено. Мурака? Мукой. Прямой, локоть,
Прямой. Прямой. Локоть. Локоть. Прямой. Локоть. Колено. 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 Кик. Стопа. Стопа. Подъем стопы. Удар. Ну, это нет такого удара в России, как сказать. А, но. No kick. No kick. Same. Kick. No kick name Russia. In. Foot. Oh yeah. Молоко. Колено. Колено. Почему молоко? Локоть. 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 Прямой. Локоть. Прямой. Локоть. Молоко. Колено. Колено. Молоко это milk. Молоко. No, молоко. Я чувствую, туда надо ехать на неделю. Нет, она показывает, что очень круто в этом транге и какие там. Она показывает горы. Такая история, смотрите, есть вот такое мыло. We buy in 7-Eleven. How much? 45 бат. 45 бат стоит вот такое мыло, которым пользуются тайцы. Они говорят, ну крутое. We buy in 7-Eleven Protex. Black. Black Protex. Protex. Very good. Yes. Сэмсэм? О, окей. Одинаковый, говорит. Сэмсэм это одинаковый по-тайски. 2 минуты до конца матча. Так, далее. Дополнительное время. Сидят такие и любуются. Зелье моментально.